Сегодня в колледже искусств прошел городской этап краевого конкурса «Пою мое отечество». Певческий талант самодеятельных артистов из числа молодежи сегодня оценивали в двух номинациях – соло и ансамбли. Парни и девушки пели песни о Великой Отечественной войне, а еще со сцены признавались в любви к отчизне и малой родине. Надо сказать, что фестиваль проходит в крае в 17-й раз и с каждым годом собирает все больше участников. Это студенты среднеспециальных и высших учебных заведений. Действительно, данные песни, наверное, развиваются. Сегодня у молодежи патриотизм. Мы проводим различные квесты на данную тематику, запускаем различные соревнования в соцсетях на знание песен. Студенты поют в каждом вузе песни патриотические, передают эстафеты. То есть глобальная работа. Победители городского этапа фестиваля «Пою мое отечество» отправятся в Красноармейский район края на зональный этап. Ну а уже там определятся финалисты краевого конкурса.